Итак, приветствую вас, дорогие друзья, любители хороших РПГ. С вами очередная серия Готики 2 Ночь Ворона. Итак, собственно говоря, перед тем, как мы займемся самым главным, перед тем, как мы с вами займемся нашими любимыми дракончиками, охотой на драконов, пожалуй, осталось сделать лишь одну главную вещь. Это сделать услугу паладинам, освободить их от кольца орков. В принципе, я вне записи уже 80% орков вырезал. Осталась небольшая кучка на, получается, сейчас посмотрим, какой стороне замка. Вот, получается, южная сторона замка, вот она еще занята орками, а то, что у нас с востока, с севера и с запада, да, с северо-запада, там уже полностью чисто. Так, перед тем, как мы начнем продолжать вырезать орков, я сейчас отдам Ферусу его меч. Я нашел твой меч. Спасибо. Я твой должник. Взамен я покажу тебе парочку трюков, которые позволят тебе лучше использовать силу и ловкость в бою. Да, было бы неплохо. Покажи мне, как... Хороший боец должен уметь... Ну, понятно, сила, ловкость, как обычно. Так, ага. То есть, как мы видим, у нас появился еще один учитель, да, у которого мы можем силу поднимать и также ловкость. Ну, блин, сцены тут драконовские, и, знаете, я тут говорил о том, что можно найти в Йоркендаре травы, да, которые перманентно увеличивают статы. Но, блин, по-моему, я перепутал немного Готику 2 Ночь Ворона с оригинальной Готикой 2. Дело в том, что... Ночь Ворона, она так баланс переделала довольно-таки сильно. И оказалось, что вроде, ну, насколько я помню, я прошелся по тем местам, где раньше в оригинальной Готике 2 были там травы, тот же драконий корень. В Ночи Ворона их почему-то на тех местах не оказалось. Вполне возможно, их убрали из Ночи Ворона в целях баланса. Ну, да ладно, я надеюсь, что-нибудь, какие-нибудь напиточки мы, может быть, и найдем еще. Так, еще раз повторюсь, вот этот вот таран орков, это на самом деле очень офигенное место для того, чтобы отсюда безнаказанно убивать сколько угодно орков. Собственно говоря, я вырезал северную, да, восточную и западные части окружения именно таким образом. Я на себя агрил всю ораву орков, делал такой паровозик, они агрили все на меня, я доходил до, собственно говоря, тарана, заходил на тарана и тупо потом из арбалета всех их расстреливал. Просто тут какой-то баг определенный. Дело в том, что орки не могут по этому тарану пройти до меня и останавливаются где-то вот на этом месте. А дальше тут дело уже техники, тут уже в количестве болтов все дело. Поэтому сейчас по такому же принципу я собираюсь покончить с оставшейся южной частью орков. Какой-то у нас одинокий элитный орк затесался. Вот, и в принципе самая сложная, да, и самая большая, самая крупная часть врагов, она именно вот на южном направлении осталась, да, где вот сверху на все взирал Хошпак, которого мы убили в прошлой серии. Так, поэтому вот осталось сейчас еще с южной частью расправиться, и тогда уже мы примемся за охоту на драконов. Потому что нам нужно еще опыта, да, тем более, что следующий опыт будет скоро. 333 тысячи. У нас уже 49 очков обучения накопилось, и немаловажно то, что большая часть очков обучения у нас именно благодаря тому набралась, что... Мы здесь очень много закрошили орков, за них очень много очков опыта давали. Так, вот это южные ворота, я прям как сейчас помню, да, из первой готики. Так, ну и потихоньку надо небольшими группками их выводить. Так. Еще согрелась парочка. Ну, дайте их прямо сейчас так валить. Вот один чуть-чуть допрыгнул до меня, сучка. Да, надо еще, конечно, посмотреть за количеством болтов в арбалете обязательно. А то, может, я сейчас пошел на них, да, и... Блин, 464 болта, но не так уж и много, на самом деле. И вот так вот их по одному снимать.
Ну, на элитного, конечно, больше тратится. Ух, ё-моё, да он там даже до меня, смотрите, доходит своим мечом. Но тупит. Так, дальше я вижу шамана, так, обычного воина и варга. Так, а тем временем-то у нас и количество, в принципе, зелий-то невелико уже становится. Нечего взять. Так, давайте посмотрим. Из этого не выйдет ничего хорошего. О! Да, не забываем обследовать трупы орков. Потому что на них также вот эти вот эликсиры также бывают, встречаются. Так. Спускаемся. Так, в принципе, да, вот можно вот на эту штуку залезть. Орки туповаты ведь, не пойдут следом, я думаю. О, а вот мы видим еще одну скрижальку. То есть, как мы видим, скрижали еще есть и в Минентале, да? Не только в Яркендаре с Хоренисом, но и здесь. Так, отлично, сейчас мы эту скрижальку возьмем. И прочитаем. Ну, заодно и орчи эссенции пригодились. Так, давайте это сделаем по-тихому, чтобы нас не спалили раньше времени. Понятно. Вообще, подкрадывание тут вроде как должно и работать по-нормальному. Так, еще один варк. Короче, бьем, как когда варк нападает, и все, и мы просто-напросто прерываем его атаку. Так, очередная стая орков. Сейчас мы возьмем скрижальку обязательно. Каменная табличка. Так, ну давайте уже табличка там повышение силы или еще что-нибудь. Блин, ловкости. Что ж такое? Мне сила нужна. Видимо, те таблички мы уже, наверное, все использовали. 68 ловкости. Я сейчас наоборот ищу способ, как, блин, расправиться тут. Как повысить силу, да? Чтобы взять помощнее меч. Ух, ё-моё, сейчас сразу несколько согрелось. Ну и отлично, сейчас поведем их к этой стене. Такс. Ну давайте. По одному. Так, отлично, минус один. Сейчас еще один. Ну я говорю, тут много таких уловок. В принципе, можно воспользоваться багами игры. Да, в принципе, а почему бы и нет, да? Ну ведь раз игра это позволяет, значит, этим надо пользоваться. Ну и заодно сейчас вот посмотрим вот еще вот эти пещерки. Мы еще в них не были. Так, колечки всякие. Отлично. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так, что я уже смотрю. Нечего взять, нечего взять. Не так много орков, у которых уже нечего взять. Внутри эликсиры есть. Так, ну немного еще осталось на самом деле. Уже, наверное, 90% мы зачистили. Процентов 90 это мы зачистили, это 100%. Так, посмотрим местность. Может быть, здесь что-нибудь есть интересное, то, что мы пропустили. Так, хотя... Вот в этой пещере мы уже были, судя по, опять же, оставленным оружием орков. Ну да. Здесь, по-моему, еще одна скрижаль была. Так, ну здесь теперь уже пусто. Так, значит, самое время вхерачить ядрень селедку и зачистить последних оставшихся. Такс. 47, полным-полно у нас еще этих... Этого пойла, да? Так, ну и пошли сейчас зачищать последних, да? Последних представителей орочей расы.
Так, по одному желательно, чтобы они тут выходили у нас. Давай. Ох, ё-моё, вот тут вот их вообще очень много. Давай, 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 давай. Вот сейчас будет неплохой куш явно. Я надеюсь, дойдут все. О! Вот это по-нашему. Сразу смотрите, все элитные орки, все генералы-полководцы. Хорошо, что я вовремя успел залезть. Но тут с ними, блин, только так. Так, вот сейчас с этим разберемся. Так, еще с вами. Ну, не знаю, до следующего левелапа доберусь ли я. Надеюсь, что все-таки доберусь. То есть можно даже и не лезть на таран, да? Как я раньше собирался это делать. А, плохо, что они не могут карабкаться. Хотя, порой, знаете, они долезали до меня даже до всяких там... От таких интересных закоулков. Так, сколько у нас опыта? О, 32330. Шикарно. Дойдем мы до следующего левелапа, это уже однозначно. Так, шикарно. Шикарно, вообще класс. Просто целая братская могила у них тут. О. Так, продолжаем валить. Но я надеюсь, их сейчас там дальше поменьше будет. Потому что самых главных-то ублюдков мы вроде как... Ага, не до конца. Ладно. Продолжим валить. Ё-моё, да их тут полным-полно. Блин, желательно какую-нибудь магию, блин, на поражение. Блин, ох, не дождь у нас один остался. Вот это жалко. Так. Ну что, использовать, как вы думаете? Так, либо бурю, да? Да. Вот так мы и поникли. Слушайте, не, сделаем огненный дождь. Что их тут реально дохрена. А, пусть уж это и последнее заклинание, но оно будет, я думаю, максимально действенным. Так. В принципе, на дракона огненный дождь все равно им похер на... У них, по-моему, резист к огню. А больше, как бы, не знаю, надобности... Наверное, не возникнет у нас использовать его в другом случае. А тут смотрите, как много. Тут сейчас сразу, наверное, левелап получим. За огненный дождь. Сейчас, главное в самую гущу и... Блин, да они не все сдохли. Но все в предсмертном состоянии, как я вижу. А, ну шикарно, в принципе, нормуль. Остались только самые сильные. Не, неплохо так, да? Ух ты, падла, а. Так, и что ты, сучка, осталась, а? Все. Отлично. Так, ну ничего, ничего, скоро я левелап-то все равно получу. Так, выпиваем чистое здоровье, смотрим, сколько трупаков здесь орков. Это просто что-то с чем-то. Не, я думаю, нормуль, как раз сэкономили себе много нервов. Не выйдет ничего хорошего. И давайте всех обыщем теперь.
О! Я говорю, мы сейчас сделаем тут навар на там эликсир. Ничего нет. О, шикарно. Сколько мечей, вот, вы представляете, сколько мы сейчас мечей тут продадим. Нормально, огненный дождь там сработал как нет. надо. И таким макаром у нас осталась там какая-то небольшая кучка. Из этого не выйдет ничего хорошего. По сути своей. Так, ну с вами уже расправиться никаких проблем не будет. Ну и с тобой. Видите, даже ни одного здоровья не потратил. Ах ты, падла, перешел в контрнаступление. Но мы тоже не лакомшит, у нас прокачанный двуручник. Чё ж ты хотел от этого, падла. Так, и осталась лишь небольшая еще территория вот здесь вот. Буквально-таки пятачок. И, в принципе, все. Орков здесь больше тогда не будет. Мы зачистим полностью местность, но еще раз я пробежусь. И покажу вам. Хер с горы, блин, прибежал, а? Просто заранее бейте по ним и все. И не возникнет вообще никаких проблем. Да, кстати, неплохо мы так восполнились. Благодаря эликсирам, да, которые мы нашли у орков. Так, ну и последняя партия осталась. Я надеюсь, мы еще один сейчас левелап поднимем на них. Нет, вот это действительно эпично. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Там ничего нет. Так, вот эти парни у нас остались, да? Во. Тут даже еще какой-то эликсир есть. Так, я смотрю, еще тут вар где-то огрызается. Так, зелье и сырая сталь. Так, это, наверное, был эликсир. Чё-то псина где-то есть. Слышь, псина, куда ты идешь? Attention me. Так, ну с тобой уже разобраться, это дело времени, дело техники. Просто парируем их удары. Блин, ну не всегда я успеваю это делать. Он свои суперудары может делать также. Так, отлично. Так, и где-то я видел у кого-то заклинание лечения средних ранений. Блин. Где ж он был? Я точно помню, что он где-то был. А, вот, точно. Ну, это, правда, легкие ранения, но тем не менее. Еще раз. Еще раз. И еще раз. Это вроде все, да? Ну, тем не менее, помогло. Так, я слышу, все равно где-то варк застрял, наверное, где-то внизу, что ли. Но я его не вижу вообще. А, вот, ну ты где, сучка? Два варга у нас. Что-то шанс крита не срабатывает вовремя. Так, ну когда, блин, мне левелап-то дадут уже? Твою мать. Я задолбался ждать. Так, смотрим. 33. А, то есть еще 2000. Даже там еще меньше. Так, еще у нас осталось? Два орка всего лишь осталось, да, у нас с вами? Да, ну в этом случае я вас поздравляю тогда. Да блин! Камера ужасно неудобная. Особенно, когда они еще так бегают, как сучки, блин. Так, ну чё, это все что ли? Это были последние? Даже как-то не верится, что мы с вами зачистили вообще все нахрен.
Так, ну, наверное, тем не менее, это правда. Вот давайте еще раз убедимся в этом. Так, ну это мы уже пошли вообще вдаль, да, далече. Но я просто сейчас хочу левелап набить. Нихера себе. Да, и перед тем, как он сдох, он, конечно, применил много ярости. Так, ну давайте оббежим, да, чтобы как бы удостовериться, что мы никого не пропустили. Так, в принципе, да, мы видим одних лишь трупаков, орков тут больше я в этой части не вижу. Здесь мы всех убили еще будучи с Бифом, да, когда Биф еще был живой. Сейчас тут также никого нет. Так, в этой части также было много орков, здесь мы их уничтожили вне записи. Так, да, вот это вот северная часть. Все, теперь тут можно совершенно свободно ходить, никаких орков здесь теперь нету. Здесь их также нету. Короче говоря, блин, я сделал очень большую услугу паладинам. Теперь тут можно вообще спокойно перемещаться. Ни одного орков в живых здесь более не осталось. Вообще не осталось просто, вообще не осталось. Все, мы таким образом зачистили это бывший старый лагерь, да, где сейчас паладины, от осады орков. Больше никаких орков. Можно сказать, в одну харю, в одно рыло это все сделали. Так, теперь я еще сейчас закуплюсь провиантом. И, в принципе... Далее что у нас? Далее мы пойдем, наверное, мочить драконов. Эй. Так, давай, Ингар. Пока. Так, я вот себя сейчас закуплю лечебных эликсиров. Угу. Так, и что-нибудь тебе еще продам. Тут у нас очень много всего скопилось. На правда не стоят эти крошагаши вообще там за бесценок, но чё они захламлять будут, правильно? Нефиг захламлять. Ну да, еле-еле там пару сотен набрали, к сожалению, на этом. Так, арбалет Синграта, так, то есть... Арбалет этот синградовский никому более нахрен не нужен, да, получается? Так, что еще? Ненужное продать можно. Так, драгоценности мы продадим в Харинисе, когда вернемся, в принципе. Ты, наверное, все. Эй, ты. Так, стоп, погоди, я у тебя какую-то книжечку Пойка. Видел. А, нет, это не книжечка, это просто смола оказалась. Понятно. Ну ладно, это в принципе все, что мне было нужно. Так, еще что сделаю сейчас? Похочусь до набития максимального левела, да, у нас осталось 1000, да? Сейчас каких-нибудь пару орков найду, и у нас будет уже 59 очков обучения. Это будет круто. Так, ну и в принципе можно поднять силу. Тогда, да? Еще немного. А, давайте поднимем силу. В принципе, с другой стороны, куда нам еще очки обучения-то втюхивать? Не в ловкость же. Я больше ничему не могу. Твою мать, а? Понятно, то есть это еще та проблема найти учителя нужного, да? Так, у нас был еще член такой интересный, который очень боялся мясных жуков. Бруто, по-моему, его звали. Может быть, он нам поднимет статы? Эй! Брутус. Я буду... Так, блин, короче говоря, сейчас у нас целая, блин, проблема, где теперь учителей искать. Ну ладно, короче говоря, поиском учителей и набитием с очередного левелапа я займусь уже в следующей серии. И, кстати говоря, а почему бы нам сейчас тогда не вернуться... Обратно в Харинес, как раз отнести кошелек Диего, и, по-моему, у нас этот
в лагере наемников у Анара, там хрен один, обучает вроде как силе. Да, вот поэтому я думаю, в следующей серии как раз двинемся туда, а потом вернемся обратно и продолжим охотиться на драконов. Так, короче, ребят, такие дела. Всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч. Самое главное сейчас в этой серии то, что мы полностью освободили от кольца окружения паладинов. Теперь орков тут нету, можно свободно гулять, наслаждаться воздухом.